Здравствуйте, друзья! Мы поговорим сегодня об интересном событии, которое произошло вчера. Вчера был понедельник, сегодня вторник, 4 число. В 9 часов утра по калифорнийскому времени, то есть полчаса назад, должна была заработать система, принимающая заявки на Green Card лотерею, на участие в Green Card лотерее. И вот мы в этот момент, полчаса спустя, а я двигаюсь на работу, значит, мы поговорим о том, что произошло вчера. Вчера собирался Верховный суд, в котором вообще-то должно быть 9 человек, но поскольку один умер вот какое-то время назад, а 9-го еще не назначили, потому что Обама хотел там кого-то назначить, но ему республиканцы сказали: знаешь что, мужик, вот ты уйдешь, будет новый президент, вот пусть мы тогда и будем назначать. Он вообще предлагается президентом, но голосуется Конгресс. Поэтому вот будет новый человек, да, а ты уже уходишь, и нифига тебе. И при всем при том, что логика эта не очевидная, именно этой же логики придерживался сам Обама в предыдущий раз, когда это происходило. То есть, как бы ему уже и возразить-то было нечего. То есть, он тоже настаивал на том, что вот нифига сейчас, а вот потом, когда следующий будет. Так что, в общем, так сложилось. 9 человек нет, есть 8. Соответственно, есть ситуация, в которой голоса могут разделиться 4 на 4, что и произошло. Что и произошло в июне месяце, когда обсуждался вопрос о правомочности президентских декретов, таких указов. Есть такой механизм. Механизм этот существует давно. Существует так, что пользуются им очень многие президенты, очень, очень активно пользуются, но иногда речь заходит о таких вопросах, которые как бы судьбоносные, и с одной стороны. С другой стороны, когда должен решать не президент, а Конгресс. Вот как бы он превышает свои полномочия, залезая вот в решение каких-то вопросов. Вот что, собственно, и произошло здесь. Обама, он все 8 лет своего правления, сначала он пытался договориться с республиканцами о легализации, ну вот, тех нелегальных иммигрантов, которых у нас 11 миллионов насчитывается. Говорят, что 11, точно никто не знает. И как-то вот, или хотя бы частично их легализовать. Поэтому вот был такой Dream Act. Это для тех молодых людей, которые попали в Соединенные Штаты детьми. То есть они не сами границу пересекали вот по своему разумению, а их родители привели. То есть не те, кто родились тут, а вот они родились, может быть, в Мексике, но их привели сюда там в 3, в 5, в 10 лет и так далее. И вот он сделал такой Dream Act, который позволял им, ну, как бы не совсем, но частично легализоваться. То есть их нельзя депортировать, и им можно получить Social Security Number, там, разрешение на работу и так далее. То есть они практически вот, с небольшим ущемлением в правах становятся как бы вот постоянными жителями почти. Это относительно небольшая группа людей, но тем не менее. А тут, значит, речь шла о 4 миллионах людей. И он издал такой указ, что вот эти 4 миллиона человек, первое, они, значит, освобождаются от ответственности в плане депортации, то есть их нельзя депортировать. И второе, они могут получить разрешение на работу, соответственно, там доступ ко всем бенефитам там системы социального страхования, они должны платить налоги, но они и так должны платить налоги, то есть те из них, кто рассчитывают потом легализоваться, они платят налоги. Это решаемый вопрос. Ну, в общем, такой вот он принял декрет. И 21 штат присоединился к кейсу против этого дела, который возглавил штат Техас. 21 штат, значит, судили, ну, как бы поставили под сомнение в судебном порядке полномочия президента принимать такие решения. И Техасский суд сказал, что он не может. Вот. И в июне месяце это все дошло до Верховного суда. Верховный суд, казалось бы, там люди, ну, как сказать, независимые, они пожизненно избираются,
не то, что их там как-то напугать можно и так далее, но, тем не менее, они выбираются, в общем-то, по таким политическим, что ли, линиям. То есть, когда конгрессмены голосуют за того или другого судью, то есть, скажем, какие-то более либеральные, какие-то более консервативные, то есть, очень часто решение Верховного суда вот так делится по партийным, философским, партийно-философским, так сказать, линиям. И вот они проголосовали, то есть 4 на 4 в июне месяце. Четверо за то, что это можно делать, четверо за то, что нельзя делать. Поскольку большинства не было, то решение техасского судьи осталось в силе. И вот эта мера не прошла. А тут, значит, Обама, это для него, конечно, большой удар. То есть вот его как бы наследие, что ли, а он сейчас как человек уходящий работает над наследием. Его наследие как бы подорвано в значительной степени вот этим решением. Ну, что делать? Он, значит, такое объяснение там написал туда-сюда. Не сам, может быть, написал, там есть люди, которые этим занимаются, что давайте мы вернемся к этому вопросу, когда будет полный, так сказать, полный хаос. 9-го изберут, это еще не скоро может произойти, может еще и год пройти, может и больше. Но, в общем, мы вернемся. И вчера, в понедельник, ему сказали, нифига, вот не будем возвращаться, сказали ему, тема закрыта. Ну, такой облом вышел. Дальше, в принципе, значит, все будет зависеть от того, кто будет следующим президентом. Если будет, там, допустим, Трамп, то эта тема закрыта, ну, надолго. Вот, если будет Клинтон, то она клянется там в первые 100 дней своего президентства, там, провести эту самую реформу. Поэтому она по-другому, может быть, это как-то сделает. И, в принципе, конечно, нужно не по частям решать, а как бы скопом все эти 11 миллионов понять, что с ними делать. Это, конечно, частичное вот это вот, это тоже не путь. И надо сказать, что 90% демократических избирателей и 70% республиканских. Вот смотрите, 70% республиканских. По той статистике, что публикуется, поддерживают идею того, чтобы тем, кто здесь достаточно давно находится нелегально, дать возможность перейти на какие-то легальные рельсы. То есть это не то, чтобы уж прямо какая-то очень либеральная идея. Нет, ну то есть здравый смысл. Из них большинство в стране больше 10 лет. Ну и что теперь с ними делать? У них, интересно, у них детей, рожденных за пределами США, там в 3-4 раза меньше, чем рожденных в США. Вот видите, они пришли с одним ребенком, там еще четверых тут родили, или там троих. То есть дети граждане США. Тут у меня возник некий диспут научный с одним американцем, который такой ярко республиканский и сильно протрамповский, что само по себе довольно занятно, но не суть. Значит, он мне начал говорить, что... Да, я ему говорю, как решить вопрос? Он говорит, а вот взять 11 миллионов и депортировать. А уже потом пусть они, значит, там решают все остальные вопросы. Я говорю, ну, подожди, а как же депортировать? У них же дети, родившиеся в США, у многих, у большинства, они граждане США. Вот как взять гражданина США и депортировать с родителями? Как ты себе представляешь? Он говорит, нет, говорит он, ты законов не знаешь, Майкл, говорит он мне. Ребенок является гражданином США только если его родители находятся в США легально. Вот если они были по туристической визе, они находились в стране легально. А если они через Рио-Гранде там со шмотками своими там перешли нелегально, то вот их дети не являются гражданами. И мне пришлось, значит, когда мы с ним, может, там поговорили, думаю, может, он, знаете, как американец, может, он лучше знает. Вот я пошел, порылся. Значит, получается такая история. В законодательном плане есть поправка к Конституции, 14-я, 14th Amendment. И там, это был 1868 год, закончилась вот гражданская война. И вопросы... Да, стекло я, значит, чищу. Так вот, значит, закончилась гражданская война, и надо было как-то определиться, что делать с бывшими рабами и с их детьми, с точки зрения гражданских прав. Они же должны голосовать у нас, да, у нас как бы все граждане, все голосуют. Это если граждане.
Значит, а как понять, граждане они или не граждане? И вот приняли вот эту 14-ю поправку. Весь смысл, который был в том, чтобы легализовать, в смысле гражданства, бывших рабов. То есть они, да, граждане, их дети, да, граждане и так далее. Потому что раньше они же права голоса не имели. Ну и вот была такая поправка принята. Никакой там задней мысли. Вот из-за рабов. Но текст поправки такой, что всякий человек, который родился в Соединенных Штатах, является гражданином Соединенных Штатов, если только его родители, там есть исключение, не находились на дипломатической службе. Вот, например, если, допустим, там, не знаю, консул там, Российской Федерации, его жена находится там где-нибудь, не знаю, в Вашингтоне, и у них ребенок родился в США, то их ребенок не является гражданином США по рождению, поскольку они граждане иностранного государства, находящиеся здесь на работе, там, с какой-то миссией. Короче, вот для дипломатов отдельное исключение там было. Так пишут. И вот в то время, в 1868 году, не было такого понятия «нелегальный иммигрант». Тогда все были одинаковые. Не было вообще такого понятия, понимаете? И когда проходит там 150-160 лет, значит, и мы смотрим на это дело, и там написано, всякий, кто родился, является гражданином. Точно так же вот уперлись в конституционность или неконституционность браков однополых. Значит, был референдум там в США, в Калифорнии, я помню, был референдум, и там народ проголосовал считать это незаконным. А дальше отправляется дело в суд, и говорят... И судья принимает решение, что это неконституционно, потому что в Конституции не сказано, что это должно быть там между мужчиной и женщиной, понимаете, в середине 19 века. Никому в голову не пришло. Никому в голову не пришло сказать, что это не должно быть между там мужчиной и мужчиной, или там женщиной и женщиной, а только если они разнополые. Вот ни слова не было. И вот на этом основании считают, это неконституционно. Значит, вот то же самое здесь произошло. Есть поправка Конституции. Говорит, родился, значит все, значит гражданин. И по этому поводу там очень много всяких сутяжничеств было в разное время. И нету прямого решения Верховного суда Соединенных Штатов по вопросу о детях нелегальных иммигрантов. То есть в явном виде, вот в лоб, не было сказано, дети нелегальных иммигрантов считаются или не считаются гражданами США по рождению. Вот на этот счет разъяснения от Верховного суда нет. Но есть текст 14 поправки, что есть Конституции Соединенных Штатов. И там написано, кто родился, тот и пригодился. Вот. Поэтому, значит, дети нелегальных иммигрантов автоматически являются гражданами США по рождению. Так что вот он, хоть и этот самый местный, но все-таки как-то, не знаю, что у него в голове было у мужчины, но я рад, что мне пришлось разобраться, я пошел, почитал много, и в частности, вот эта статистика по детям, знаете, вот есть такой туризм такой рожденческий, да, то есть он должен приехать, он должен, ну, в смысле, приезжают люди там по гостевым визам, рожают тут, и потом, значит, уезжают, и создают вот так называемые anchor babies. Anchor – это якорь, да, вот они, якорь, за который потом они цепляют и вытаскивают там большую семью со временем. Хотя это не так просто, как может показаться, но тем не менее, вот как бы, чтобы было, знаете, как бывает. Может и не пригодится, а так, чтобы было. И пишут, что при всем при том, что начиналось это с рабов, но на сегодняшний день, в общем-то, нет смысла отменять, и вряд ли кто-то эту поправку или переформулировать ее. И как бы сама мысль о том, что если родился в США, при каких бы обстоятельствах это не было, то ты и гражданин, в принципе, да? То это, в общем, неплохая штука, и все как бы поддерживают. В основном поддерживают. Хотя есть много критиков, которые говорят, давайте отменим эту фишку, и тогда люди не будут нам, к нам через границу идти, чтобы тут, значит, нелегалы, чтобы тут рожать и так далее. Хотя вот статистика показывает, что даже если это и есть, оно незначительно присутствует. То есть в основном люди рожают детей, потому что они рожают детей, а не потому что им специально нужен был вот этот вот один, за которым они потом там всю семью потащат. Этого очень мало. То есть оно есть, но это как бы очень незначительная вещь. Да.
Кроме того, там не так просто потом воссоединиться, потому что если, допустим, этот ребенок, который родился в США, когда он достиг 21 года, а это тоже время, то есть родители уже не такие молодые, он может воссоединять родителей, но если родители при этом нелегально живут в США, они должны выехать из США, после чего на 10 лет они становятся невъездными, и вот после этих 10 лет они могут воссоединиться с ребенком, если они были нелегально. Так что, если были легально, тогда им не нужно выезжать на 10 лет. Соответственно, все это быстрее произойдет. Такая вот история. Так что, с одной стороны, закрыта некая страничка, так сказать, в иммиграционном таком сражении. С другой стороны, закрывшись, эта страничка возвращает страну к неразрешенности вопроса с 11 миллионами нелегальных иммигрантов. И это очень большая и серьезная проблема. И если вот для нас там, находящихся в странах бывшего СССР, существенным является, чтобы не закрыли грин-карт лотерею, потому что все-таки много народу приезжает по лотерее, и для кого-то это единственный шанс. Существенно, чтобы увеличили квоту на рабочие визы, и это тоже для многих, пусть не единственный, но тоже реальный совершенно шанс, то для страны в целом это очень как бы второстепенный вопрос, особенно лотерея. Лотерея просто разменная монетка, там они легко ее променяют на что-нибудь еще. Но рабочие визы, конечно, намного важнее. Действительно, стране не хватает рабочих виз, и Facebook, и Google, и вот технологические компании очень активно лоббируют это все. Но вот видите, как нерешенность вопроса уперлась вот в эти 11 миллионов, потому что вот демократы говорят, что мы не будем рассматривать все остальные вопросы там по одному вне решения вот этих 11 миллионов. То есть республиканцы говорят, нужны рабочие визы, давайте рассмотрим вопрос и увеличим квоту. Ну и там какие еще вопросы есть. Но так, чтобы, знаете, не страдал текущий момент от неразрешенности большого вопроса. Вот. Демократы говорят, нифига, если мы сейчас это сделаем, тогда мы, значит, похерим большой вопрос, отложим его на неизвестно сколько. Вот, давайте уже пусть идет такое нагнетание по всем фронтам, а дальше уже комплексно все решим. Вот разные философии, разные мысли там, не знаю. Такая вот история. Ну что же, я вот рассказал, чего было вчера в понедельник, и мы снова возвращаемся мысленно к тому, что сегодня начинается. Я смотрю, вот у нас это видео, которое я написал о том, что вот начинается, вот там пару ссылок, ходите на форум, смотрите наши видео с инструкцией по заполнению. И там что-то за сутки 10 тысяч просмотров. Это вообще довольно как бы необычно для нас. Но вот тема такая актуальная, я просто понимаю, что сейчас у нас будет месячник заполнения форм и принятия участия в Green Card лотерее. Я говорил раньше, и я повторюсь сейчас, что есть основания, это спекуляция, безусловно. То есть мы не можем сказать, что это обязательно произойдет. Но когда 3 года назад рассматривалась реформа иммиграционная, демократы были легко согласны на то, чтобы закрыть лотерею Green Card, потому что республиканцы настаивали. Они говорят, да ради бога, ну просто чтобы в пакете там все остальные вопросы утрясти, то есть они были согласны на закрытие лотереи Green Card. Значит, если мы говорим о том, что Клинтон станет президентом, а вероятность достаточно высокая, то есть более высокая, чем, например, Трамп, по всем этим показателям, где там вероятности считают, то, скорее всего, это и произойдет. То есть будет реформа, в значительной степени она будет, я полагаю, такой же, как вот предполагалось сделать 3 года назад, поскольку там все аспекты были согласованы с обеими партиями.
Поэтому шанс на то, что грин-карт лотерея, значит, куда-то денется, очень высокий. Более того, если придет Трамп, то еще более высокий. Потому что республиканцы там 5 лет, ну не 5 лет подряд, но в общем 5 раз они в палате представителей, значит, голосовали за закрытие лотереи. В Сенате это дело не проходило, там было большинство демократов и так далее. Но мы как бы имеем очень-очень большую вероятность того, что следующего тиража может не быть. Поэтому это мое опасение. Я не знаю точно, и никто точно не знает. И кто бы вам ни сказал, что знает точно, он все равно не знает, включая меня. Вот. Но я думаю, что в связи с обстоятельствами вот этими, если есть какие-то мысли в эту сторону, то поучаствуйте. Не думайте так, что вот, ну, потом успеем там еще где-то, когда-то там вот. Сейчас я там учусь где-то, а вот потом закончу, вот тогда. Вот поучаствуйте сейчас. Такой у меня совет будет. Рекомендация для тех, кто в размышлениях. Ну что, друзья, мы приехали на работу с вами за разговором интеллигентным. Так. Вот. И, собственно, видите, сегодня день какой-то пасмурный, и вчера был пасмурный, и даже вчера чуть-чуть покапывало. Вы знаете, так необычно для октября месяца, чтобы покапывало. Обычно, если уже покапает, то где-нибудь там в декабре, в январе, вот. Но, тем не менее, меняется погода, климат меняется, но не меняется стремление людей к лучшей жизни. Вот, на чем мы с вами и расстаемся до сегодня. Счастливо!